Это рынок в деревне Хисус Побры в горах. 115 метров над уровнем моря находится эта деревня. 704 жителя. И по воскресеньям здесь рынок. Попробуем посмотреть, что здесь продают. Фермерский рынок. Забыла слово на русском. Это гуава. Ну и с сыром едят. Вообще и соус едят же. Мармелада. Да, джем. Немножко слов об этой постройке. Это Риурау. Здесь раньше сушили виноград. И не только виноград. Другие фрукты. Ну, в основном виноград. И делали изюм. Сейчас плохо видно, потому что здесь рынок. Я попробую поставить вам фотографию. Выпечка, хлеб. Закрытая экосистема. Овощи, фрукты, зелень. А я ищу изюм. Хочу изюм. Какая редиска красивая. Hola. 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 А вот изюм панса. Voy a hacer cuchara. La berza vas a flipar. Esto, esta verdura es muy buena y increíblemente sana. Hola, ¿esto es moscatel seco? Sí. ¿Queréis probarlo? Bueno, es que a estas horas no me apetece mucho, la verdad. ¿Cuánto cuesta esta botella? Какие лимоны? 1 евро килограмм. Оливковое масло. Это миндаль.
5 евро. 4,50. Лайкинг тоже пришел. Кто послушает, но не хочет. Le pongo caldito por casa. Le pongo un poquito de caldito. Una bolsa, si tiene, si tiene una bolsa. La de higo es esta. Pues estas de aquí son las más dulces. Quedan muy bien con queso o con yogur. Собак своя тусовка, своя жизнь. Esto ya ni bien pujan. ¿Tú vas? Es far, pero no sé ni de ella. ¿Y el siguiente es? El siguiente es este. Y sí, claro, porque está grande. La femina la perla. Claro. Vale, y este ya el far. ¿Y el segundo? Era este. Es este. Pero antes de irse, para probar este. Pero no, si vos la mitad, la mitad. La mitad. ¿Dónde va? Такой колоритный мужчина продает сыр. Сыр я точно видела. Купили сыр, теперь можно выбрать вино. Bueno. Mi lado bueno. Я взяла вот с этой птичкой. Заметьте, собачки всегда по двое, потому что одной им грустно. Прогуляемся. О, друга встретили. Посуда. Масла различные, крема, мыло. Русскую речь слышу. Но в основном тут английская и немецкая речь. Ну, какая красивая посуда. Да, тут в основном немцы обливали. Вот с этой стороны Риурау видно хорошо. Эту постройку. Красота. Очень люблю эту деревню. А как украсили фонарь художницы. Да, тут люди пикник устроили, и, вероятно, даже будет какое-то представление. Сакральное место этой деревни, которая рассказывает о названии этой деревни, вот этот францисканец, который нашел фигурку Иисуса в горах, и поэтому назвали бедный Иисус. Вот.
Вот в такой маленькой деревне, где 700 жителей, есть даже свой центр культуры, то есть дом культуры, пожалуйста. Вот. Дом культуры, пожалуйста, вам. На 700 жителей. Да. Это их площадь. Тардор граффити. Тардор — это осень по-валенсийски. Simpatично. Pescadores. Y los, y había unas barcas, unas cuerdas, y se criaban ahí los mejillones. Muy bien. Ahí se criaban los músculos. Esos barcos se llamaban muscaires. Ahora en castellano es el barco se llaman patías, no se llaman muscaires. Se llaman patías y se llaman mejillones. Y en valenciano también hay que dicen clóchines. Клочинес. Матрус, нужно посмотреть, что и вино. А я много вариантов. Странно, почему здесь называется мехион. А это основатель этого бара. Клочинес, матрус, мехионес, мехионес. Это, а в финале все вместе. Ла-Лола. Вино местное, Хисус Побре. Сначала принесли хлеб. Я вот не понимаю, они сейчас пытаются в школу, да? Ну все, так хотела Лёля, прикосился в губу. Первые улитки. Прикосился еще курс. Шоку. КПЯ. Нет, ты спрашивал, что такое КПЯ. Вот он. Знаем теперь. Бакалау, да. Мы живем на улице КПЯ. И вот первый раз будет видеть КПЯ. Пойдет. Тебе столько есть нельзя, надо. Самое калорийное будет. Мы все заказали одно и то же. Ягненка. Мне кажется, это самое лучшее. Я тебе с тобой могу поделиться кусочком ягненка. Законченная история. Пришлось догнаться коками. Коки — это почти что итальянские пиццы, только валенсийские. Арсений не наелся. Пришлось дозаказать. У нас, конечно, ягненок замечательный. Все съели. Прекрасно. Это торт. Тарта де Абуэла. Это... Как это называется? Куахада де Абуэла. Куахада. Но, куахада де мир. Куахада де Абуэлито. И тарта де кесо. Конигос. Супер. Окончание обеда. Мистела? Я думаю, что это мистела. Это мистела местное. Давай. А, это сладкое. Да. Итак, вот ресторан, в котором мы были. Вид на Манго. И площадь. Центральная в этой деревне, в которой всего 704 жителя.
Но чем не хороша площадь? Ну, всем хороша.